Ну вот, давно не готовили пловчик. С Иринкой решили приготовить пловчик. Ну, что нам для этого надо? Рис, свинина, морковка, перец, луковочка. Так что, скоро будем готовить. Ну, лук буду резать, как обычно, на обжарку. Следом морковочка. Вот сколько в одном месте этот лук беру, злющий, как не знаю что. Так, ну скидываем лучок. Сейчас морковочку почистим. И вот так-то вот это. Ножом прям так кромсаем. А что ты пару болгарских перчиков-то не купил, да? Как не купил? А на столе у меня что? Так вот, давай их на шуку квадратиками. Можно было еще штучки Гриша перчиков. Для вкуса. Куда? В плов? Шампиньоны? Да. Вообще первый раз об этом слышу. Чтоб шампиньоны в плов. Это плов по-итальянски. О, она же у нас знает все языки мира. Тебе грибы придались вкус, аромат. Ну что, плов по-итальянски, вот обжариваешь лучок, морковку, потом кубиками крошишь болгарский перчик, рис спускаешь, пусть он вот все парится. Потом в итоге в самом конце добавляешь шампиньончики и все ровно. И этот запах зелени можно маленько, и все будет ровно. Ирка, для тебя хоть звезду с неба. Сейчас пойду именно за шампиньонами. Как ты говоришь там, плов по-итальянски? Да. Ну все, как бы вот привез, принес, как вам будет удобнее. Ну, последнее мне отдали бесплатно. Сейчас лучок обжарится маленько. Твои грибы, твои яйца сморщенные. В штанах. Прилип. Жарит. Обжарится, вот морковку натрем. Твою морковку натрем. Я бы отсюда посуду сначала убрал, чтобы было куда поставить. Слушай, ты если готовить не хочешь, иди оттуда, а? Да иди. Вари сам. Крыша. Ну вот, достаем мясо. Сейчас резать будем. Лучок маленько обжарится. Сейчас вот мясо нарежем кубиками. Ты лучок обжарь сначала с морковкой. Ну, сейчас подожди, лучок жарится. Сейчас морковку будем пускать. Ну вот потом мясо кубиками. Все вместе обжаривай. Насыпай рисом маленько водички. А грибы и перец болгарский, это уже в конце. Для красоты. А, он даже как. Ну, ладно. Я не могу понять. Я тебя попросила кубиками. А ты что пластиками режешь? Тебе что, еще мельче надо накошить? Ну ты можешь кусочек на два кубика порезать? Можем. Сок у нас обжарился, морковочку спустили. Сейчас морковочка маленько обжарится. Ну что там, ё...
Ты мясо скидывай, пусть оно все вместе обжаривается. Да подожди ты, дай мне нарезать-то его. Так вот это остатки потом удалишь. Ты сковородка, у тебя вся дождечка занята. Или ты кому оставишь? Тебе на барбекю? Да, тебе на барбекю. Угу. У меня картошка фри есть. Маслица подлей. Есть. Блин. Да не думаю, еще не открыл. Нет, конечно. Я открываю, думаю. Чем больше масла, тем рис не пригорит. Чего? Ты еще раз в мою сторону кинешь, что ты кину, блин. Совсем дура, что ли? Спокойнее не будет. Дорезай остатки. Шеф-повар. Синяки. Мясо, говорю, дорезай. И закрой крышку, пусть оно томит, они жарятся. Ты что, вообще не понял, что я тебе сказала? Чего? Сейчас? Я тебе сказала. Лук, морковку обжарил, мясо скинул, крышкой на пару минут закрой, чтобы оно потонилось, соль, чтобы пропиталась. Пару минут. Дай мне тряпку. Чё, да она холодная, ты чё? Я не ты маленько-то приоткрой. Вот, пару минут сейчас потомится, потом горсточку, рис и скоробок спичечный. Водичкой. Да. И пусть допаривается. И тоже крышка накрой, не забудь. Накрою. Ир, а что вперед-то резать? Грибы или что, или перец шинковать? Вообще-то перец болгарский, потому что он... Это, как сказать-то... Короче, перец болгарский режь, покроши сверху, а потом грибы за 5 минут до готовности. Ну, все, ладно. Рис засыпали, сейчас водичкой зальем. У нас спичечный коробок. Я знаю. Еще 5 миллиграмм. Все. Куда ты еще стакан? Полстакана. Все. Выкипит. Потом посмотрим. Закрывай крышкой наполовину. Для итальянского плова рису много не надо. Все, залили маленько, короче, на спичечный коробок водичкой. Пусть он подымется. Если он разбухнет, долейте еще водички. Главное, чтобы он не прикипел. Сейчас он почистит перчик болгарский. Да я уж почистил, сейчас нашинкую. И потом на концовке это все скинь для красоты. Ну, еще бы зелень добавил. Красивее было бы. Идет? Или еще меньше? Не, вообще здесь как квадратиками, придурок. У него. Чего? Квадратиками крошится вот так. Нарезал. Соломкой. Перевернул и порезал. Вот такие квадратики. А не твоя вот эта вот. Бери и режь. Так а что, давай на терке сразу натрем. Ну, минут 15-20 уже кипит, наверное. Сейчас пускаем болгарский перец и режем грибы. Что, грибы тоже кубиками? Ты перец кинул, перемешай хотя бы. И крышкой накрой, блядь, вот я провалился. И потом уже грибы. Грибы сейчас.
минут. За 5 минут до готовности вода выпустишь грибы и маленько зелени добавь. Хорошо. Сухой. Сушеный, да? Ну и всего лишь. Так, попробуем лист. Рис готов. Сейчас скидываем грибочки. Минуток 5 даем настояться еще. Добавляем зелени. Наш итальянский плов готов. Накладываем. Ты что, там мясо все вылавливаешь? Конечно! Только его тут больше. А что столько зелени-то навалил? Ты же знаешь, что я ее не ем. Какой зелень? Какой? А ты где? Ты... Травы вот именно, на лаврушки накидал. Мне нельзя! Драть. Лаврушка-то при чем? Давай ешь, давай пробуй. Обалденный плов получился. Кстати, по-итальянски, по вашему рецепту, как вы говорили, так для, мы сделали. Для свиньи, все приятно. Чего ты сюда Надо подошел? Было брать и готовить самой тогда. Чего ты сюда подошел? Иди хавай, что наварил. Иди жри свою баланду. Что ты на меня вылупился? Я тебе $100 не должна. Еще б ты мне...